Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск новостей на телеканале «Аль-Фараби» в студии Лунара Канаш. Хорошие новости этой недели для университета. Казну возглавил рейтинг топ-20 лучших сайтов казахстанских университетов. Подробности в следующем сюжете. Опубликован топ-20 лучших сайтов казахстанских университетов. В разделе «Казахстан» мирового рейтинга университетских сайтов, составленного испанской исследовательской группой Cybermetrics Lab, портал Казахского национального университета имени Аль-Фараби на первом месте. Специалисты, в частности, оценивали присутствие портала в поисковиках, видимость, количество гиперссылок и открытость поисковикам. Рейтинг публикуется дважды в год. Данные более 24 тысяч порталов собираются в течение первых 20 дней января-июля. Целью составителей является мотивировать университеты увеличивать свое присутствие, соответствующее заявленным образовательным программам в интернете. Также стоит отметить, недавно мы создали на YouTube наш канал. Подписывайтесь, Аль-Фараби ТВ. Во дворце студентов имени Жолдасбекова прошел показ фильма «Кунанбай». Подробнее расскажет наш корреспондент. В рамках проекта «День отечественного кино» показ фильма «Кунанбай» во дворце студентов имени Жолдасбекова собрал 1500 зрителей. Пришедшие на просмотр фильма студенты Казахского национального университета окунулись в атмосферу непростой эпохи 19 века и почувствовали дух бескрайних казахских степей. Исторический художественный фильм «Кунанбай» посвящен судьбе Кунанбая Ускенбайулы, отца великого Абая. Подготовка к этому фильму началась 5 лет назад. В фильме показаны исторические сцены о Кенесары, также справедливые вердикты Кунанбая на собрании БИФ. Это все дает нам понять героя, его мысли и взгляд на жизнь. Аудитория кино очень большая. Если, условно говоря, за 1-1,5 часа в кино можно увидеть действие целого романа. В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби прошла встреча с известным ученым Советханом Габасовым, который в ходе встречи также презентовал свою книгу. Далее в следующем сюжете. В библиотеке Аль-Фараби состоялась встреча с великим ученым Советханом Габасовым, который ведет исследования в разных отраслях науки. В ходе встречи ученый представил свою новую книгу «Урпах тарбиясының жаңа ілімі». Книга несет в себе воспитание не только молодежи, но и старшие поколения. Он считает, что детей надо воспитывать еще в утробе матери. В конце вечера Советхан Габасов пожелал успехов нашим студентам. Бекар Самирбек, Айдар Курдубай, специально для ТРК Аль-Фараби. Еще одним из ярких событий прошедшей недели стала новость о выдаче коллективу телерадиокомплекса «Казну» служебного удостоверения. Подробности в материале нашего корреспондента. С октября месяца 2015 года телерадиокомплекс «Казну» начал свою работу с новым руководством и обновленным коллективом. Штатным и внештатным сотрудникам были официально вручены служебные удостоверения. В ходе мероприятия декан факультета журналистики Сагатбек Медиубекулы лично вручил каждому работнику удостоверение, имеющее служебные обязанности. Также молодых журналистов поздравили все преподаватели факультета журналистики. В своей речи директор телерадиокомплекса Даурен Максутханович отметил, новые начинания телерадиокомплекса помогут достичь новых высот, но и ответственность будет возлагаться вдвойне. В конце вечера была сделана памятная фотография. Галия Нургазиева, Айдар Курдубай, специально для телеканала Аль-Фараби. В честь Всемирного дня радио в учебно-оздоровительном комплексе Тау-Туран прошла международная зимняя школа журналистики. Подробности вы узнаете из материала нашего корреспондента. В этом мероприятии, организованном факультетом журналистики, приняли участие гости из Кыргызстана и Узбекистана и студенты вузов, также учащиеся специализированных школ. Жалпы, кай саламусын? В любой стране информационные технологии и информационные возможности влияют на экономику, политику и социальную сферу. Поэтому нам нужно выгодно использовать этот продукт. Если использовать неправильно, то проиграем. Если не использовать вообще, то останемся ни с чем. Если же использовать правильно, можно достичь новых высот. Поэтому обществу необходимы медиашколы. В течение 3 дней известные журналисты государственных и международных СМИ, специалисты IT-технологии прошли лекции и поделились своим опытом. Мастер-классы прошли информативно, также были проведены дополнительные групповые задания. Факультет филологии и иностранных языков организовал первую международную научную и учебно-методическую конференцию на тему «Филология, лингводидактика и переводоведение. Актуальные проблемы и тенденции развития». Далее в следующем сюжете.
Цель конференции – обсуждение различных современных концепций по проблемам языкознания. Также обмен мнениями о научных работах, научных понятиях, определяющих сегодняшний уровень развития лингвистики. Были высказаны множество мнений и дельных идей. В рамках конференции участники были награждены сертификатами, а также организаторы провели выставку новых серий книг издательства «Интерпресс». Асет Ажиев, Айдар Курдебай, специально для телеканала «Альфа-Раби». На этой неделе на факультете журналистики ко дню отечественного кино прошел показ фильма «Желтоқсан алауы» от режиссера Жанимека Житиурова. Подробности в следующем сюжете. Эта картина была посвящена 24-летию независимости Казахстана. В рамках встречи студенты смогли получить ответы на самые разные вопросы. Среди почетных гостей вечера были Калиола Омаров и оператор Мустафа Усер. Как признается сам режиссер, главной целью картины было донести до зрителя чувство патриотизма и любовь к своему народу. Молодежь, которая, несмотря на свою юность, смогла отстоять свою независимость. Ибрагимов Ислам, Айдар Курдебай, специально для ТРК «Альфа-Раби». Это были итоги прошедшей недели, и мы вам напоминаем, что теперь наши новости можно смотреть на видеохостинге YouTube. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была Лунара Канаш, до скорой встречи!